Они специально делают. Генфонд Татарстана, Генфонд России разрушают. В повальном, в том числе и своем пьянстве, она винит внешних врагов Отечества. Свое мнение Миляуша считает вполне авторитетным. В пьяном угаре она живет вот уже 8 лет. Вопрос, как говорится, знает изнутри. Спирт завозят, чтобы нас изнутри разрушить. Нас Гитлер не взял снаружи. Сказали, мы вас изнутри разрушим. Каждый день она бывает на этом рынке. Здесь и общение с братьями по несчастью, и возможность подработать. Пить Миляуша начала, когда лишилась работы. Женщине стало нечем кормить детей, и тогда она начала заливать алкоголем печаль. Способ спрятаться от проблем. Когда же выпьешь, сразу раз, глазки закрываются, и ты сразу спишь. А так, когда не пьешь, не спишь. Сразу много мыслей в голове, говорит.